Я в прямом эфире. Всем приветики. Всем привет. Всем привет, привет. Приветульки. Привет, привет. Присоединяйтесь, пока у меня что-то... Стало темно. Хочу штору отодвинуть. Вчера повесила шторы. Но я просто вчера герой дня, реально. Их пока отпарила, пока повесила, пока все крючки прицепила. Ура. Нет, пожалуйста, можешь висеть. Привет, привет. Сейчас вам покажу, хотите? Вот они. У меня тут еще стремянка стоит. Надо убрать. Вот шторки повесила. Сегодня на Озон приезжает. Вот, кстати, в комнате шторки. Сегодня на Озоне заказала, приезжает такие тесемочки бежевые. Прикольные очень. Стильненько будут смотреться. Не, не наши. Это съемная квартира. Я, блин, хочу есть, пипец. Я еще не завтракала. Че, кто там шутит? Не, я просто долго ждала, пока типа телефон сам включил прямой эфир. Нет, я ждала долго, пока подключится. Что-то не соединялось. И написала: ура, вы подключились. А, я думаю, что темно, у меня свет везде выключен. Вот, все. Теперь мне светло. Я не могу, я очень люблю, когда много света, прям очень много света. Расскажи про индивидуальный парфюм. Индивидуальный парфюм мы создавали сами. Подбирали себе ароматы. Сейчас я, кстати, его понюхаю. Он там, прикол в чем? Ты его делаешь, создаешь, потом он 2 недели настаивается, ты его не трогаешь. О, он офигенски пахнет. Кстати, вы можете вот такой же заказать, как у меня. Либо еще один у меня есть, вот этот, такой более весенний, вот, секрет. Офигенские ароматы, просто бомба. Они, кстати, настоялись, ну, уже дольше, чем 2 недели, естественно, и прям еще круче стали пахнуть. Все масла между собой скомпоновались, и прям обалденный аромат получился. Что поесть? Яичницу не хочу, тошнить. Не знаю. Вообще надо в холодильнике что-то порядок навести. Квартира нет, не наша. Квартиру мы снимаем. Лёша поехал на футбол играть. А я сижу дома. У меня сегодня куча работы, поэтому я решила... Хватит кушать, я еще даже не завтракала. 2 часа дня, я встала в 8:30. Так что давайте-ка без вот этого. Поесть мне надо. Кремовые были интереснее. Спальня. Должно быть полное затемнение. Ну вот Лёхе тоже светло, а я не могу. Я не люблю, когда полная темнота, и когда я люблю просыпаться, когда уже вот я прям вижу свет дня. Вот я не люблю, когда темно, просыпаешься и темно. Я прям не могу так проснуться даже нормально. Ну Лёша тоже, он мне сегодня сказал, говорит, светло, не затемняет. Ну не знаю, мне кажется, должно быть понимание день-ночь, ну визуально, хотя бы зрительно. В какой стране хотела бы жить? Слушайте, я вообще максимально открыта в этом плане, и если будет какой-нибудь прикольный вариантик куда-нибудь уехать, жить в какую-нибудь другую страну, я не против вообще ни разу. Подписчики меньше стали, как ушли? Нет, прибавляются. Все хорошо, растут.
Ты же губы уменьшил, такое ощущение, что качнуло без обид. Губы от фильтра сейчас больше, кажется. Так, масло. Еще все-таки будем яичницу есть. В Одессу собираешься в гости? Да, собираемся, но как только у вас там снимут локдаун, потому что пока там локдаун, там, ну, как бы смысл нам ехать, нас просто не пустят туда. Как мама поживает? Хорошо поживает. Это очень красиво. Спасибо большое. Так, хотела я помидорку. Что хотела? Вот эту. Побольше. Чем побольше? Поменьше. Вот эту. Вот эту помидорку. Так, масло, погоди, не гори. Надо быстро помидорку чекать. Темнота во время ночного сна необходима для здоровья, а для понимания есть часы. Ну, смотрите, у нас, когда ночь, у нас как бы, ну, нормально достаточно, ну, не светло. Ну, то есть нет такого, что нам фонарь фигачит в глаз. У нас нормально. А утром я не могу, когда темно. Ну, то есть если прям брать полный блэкаут, шторы, я, ну, так не смогу спать. Так ответа и не дождусь. На что? Я, видимо, не увидела ваше сообщение. Юля с Мобизиром расстались. Ребяточки, это их личные отношения. Поэтому, ну, если что, спрашивайте у них. Я думаю, что я здесь, ну, не должна лезть. Мама, привет! Шикарная даже без макияжа. Спасибо большое. Как приятно. Только вот видите, когда фильтр слетает, а потом фильтр накладывается, а потом слетает, а потом накладывается. Когда будет новая песня? Ребят, мне написали песню. Мы ее уже записали. А потом я поняла, что не очень хочется мне про грусть, печаль петь. И мы ее сейчас переписываем. Переделываем. Поэтому как только, так сразу. Все будет. Мой любимый напиток. Блин, я знаю, какой. На Тахтаре, знаете, лимонады. Я обожаю сливочный лимонад на Тахтаре. Сейчас, я всех. Я вернусь. Анкер. Вот на Тахтаре сливочный я прям обожаю. Ну, это очень классно, как человек вообще. Спасибо большое. Самый запомнившийся подарок. Ну, давайте так. Запомнившихся подарков очень много. Лёшка мне постоянно дарит подарки. Он куда далеко ходить. Вот мне сегодня с утра цветочки принес. То есть я уже как бы, ну, проводила его, он уехал на футбол, все. Потом звонок в дверь, и он мне приносит цветочки. Это было очень приятно. А самый такой прям запомнившийся, наверное, это... Сейчас, девочки, меня поймут. Все на это 8 марта ждали Дайсон. Я его получила еще на прошлый Новый год в подарок. Ну, наверное, это один из таких прям клевых масштабных подарков. Куда? Не падай. Маска с лица слетела почти все так же. Ну, это приятно. Спасибо, конечно. Волосы, да, потихонечку растут. Что не может не радовать. Я, кстати, должна была... Ой, вы мне напомнили. Я должна была записаться на следующую процедуру и не записалась. Надо съездить, сделать. Так, сейчас, ребятки, надо яйца вбить. 5 сек. Что вкусненькое готовишь? Да я яичницу с помидорками делаю.
Блин, с этим Дайсоном как эпидемия. Да, да, да. Я когда в этом году смотрела на то, как девчонки там умоляют своих парней купить им Дайсон, я думаю, нифига себе. А я сушу этим Дайсоном волос каждый день. Я не думала, что это прям так. Просто я Дайсон захотела, когда я увидела реально офигенские результаты от него. Волосы прям гладкие, мягенькие. Мне просто сушили Дайсоном волосы у меня, где волосами делают, красят. Я Лёше еще тогда, 2 года назад, сказала: Лёш, хочу Дайсон на Новый год. Он говорит: фен? Серьезно? Просто ты хочешь фен? Я говорю: посмотришь, что за фен. Когда он увидел цену этого фена, он, конечно, офигел, но подарил. Это было очень приятно. Так, а теперь мне нужна крышка. Ты не думала, что волосы выпадают от окрашивания? Нет, конечно, вы что? Причем здесь окрашивание вообще? Кто не сталкивался с алопецией, я вам поясню. Значит, смотрите, это такая ситуация, когда ген в вашем организме сам сжирает волосяные фолликулы. Тут окрашивание, выпрямление, фены, фигены вообще не несут никакой разницы. Наращивание волос также вообще, ну, никак не влияет абсолютно ни на что. Это только проблема в том, что какой-то ген сжирает волосы. Вообще это тема после ковида. Вы можете прям даже, я не знаю, вбить в нет облысение после ковида. Вы офигеете, какие бывают моменты, как люди лысеют просто за день, за два, за неделю наглухо, просто полностью налысо. Поэтому тут такая вот только история. Ну, это послековидная фигня. Я вам сейчас покажу. У меня уже начали зарастать волосики, то есть мне прокалывают там определенные... Вот. Видите, там вот дырочка моя, и вон в ней уже там начали появляться волосики. Маленькие, малюсенькие совсем, но начали. То есть было как бы, ну там совсем, помните, лысое пятно. Сейчас там вот волосики появляются. Поэтому вот так. Ты переболела ковидом, да? Так... Что сегодня будешь готовить на ужин? Ой, ребят, честно, не знаю, надо подумать. Надо, кстати, сейчас что-нибудь это, может, сделать картошку, наверное, пюре сделаю с котлетками. Фарш есть как раз. Да мы, знаете, тоже такие едоки, мы дома не бываем практически. Из-за этого готовить что-то смысла нет. Мы просто где-то постоянно кушаем. Кстати, что у меня есть? Смотрите, целая вот морозильная камера. Это вареники, это пельмешки, это тоже... Что это? Это вареники тоже. Здесь пельмешки. Это моя бабушка налепила и нам передала. Так что у нас куча очень вкусной еды, вареников, пельмешек и так далее. Так, а вот у меня есть куриный фарш. Мы его сейчас разморозим. Яичница готова, 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 готова. Я просто яичницу люблю, короче, чтобы сверху... Я обрезлилась. Чтобы сверху не было слизи вот этой прозрачной, а желточки оставались жидкими. Поэтому тут каждая секунда важна. Привет, привет, всем привет, кто присоединился, пельмешки. У тебя просто фен или стайлер? У меня просто фен, но следующий мой запрос будет стайлер. Вообще, я на самом деле очень хочу MacBook, поэтому надо подумать еще, что мне важнее. День рождения-то скоро. Муж работает, муж зарабатывает, ну как бы... Можно и стайлер попросить, а можно, если что, и MacBook попросить. Ну, как бы муж молодец, работает. Любишь ли готовить? Я готовить обожаю. Но
Из-за того, что жесткая нехватка времени, на готовку его практически не остается. Поэтому мы... А ты дома? Да, я сегодня дома, я сегодня целый день буду работать, потому что много всего пооткладывалось из-за разных моментов. Сэшик скоро будет уже дома. Там все очень трудно, потому что собак с Сейшел категорически запрещено вывозить законом. Где работает Леша? Ребят, смотрите, во-первых, он работает в инвестициях. Во-вторых, он работает, ну, в Инстаграм, как бы это дополнительный заработок. А так, работает. Я просто, не считаю правильным на эту тему рассуждать, потому что большинство людей, к сожалению, огромному моему, даже до сих пор, уже 2021 год, уже, электронный век, и люди до сих пор не поняли, что работа в интернете – это даже более трудоемкий процесс, это работа 24/7, нежели сидение в офисе. Вот в офис мы не пойдем, потому что нам просто не нравится такая работа. Я работала в офисе, я поняла, что это не про меня история. Мне тесно, мне мало места для развития. Меня всегда любили начальники в местах, где я работала, по той причине, что я всегда выходила за рамки правил, так скажем, да. Ну, то есть мне говорят, надо сделать вот это, там, вот так. Вот только так. Надо позвонить сюда, договориться вот так, а сделать вот это, а продать вот так. И я такая сижу, говорю, да можно ж проще все сделать. И действительно этим всегда была хороша на работе. Ну, то есть я реально лучше работала, чем остальные, потому что у меня более широкие рамки в работе. Поэтому я поняла, что работать на кого-то и работать в офисе для меня тесно. Что любишь готовить больше всего? Ямочки? Какие ямочки? На глазах. Вот эти места, это не ямочки. Это просто здесь шовчики. Вон они, видите, они еще уходят. Они еще пока есть, но они уже проходят. Вот они. Я сделаю шлифовку, и все будет окей. Май, ты в WhatsApp сидишь? Ну, конечно. Приятного аппетита. Спасибо. Тяжело было начать жить за периметром проекта? Нет, конечно. Тяжело тем, кто к жизни не приспособлен. К сожалению, такие люди и не на проекте есть. Кто, в принципе, не приспособлен к жизни. Я, например, могу пойти на любую работу работать. Вот правда. Ну, в смысле, если я буду понимать, что трындец, ну, то есть, как бы вообще нет никаких выходов, нет никакого заработка и так далее, я напрягу свои извилины настолько, что я найду себе работу любую, абсолютно. А люди, к сожалению, большая часть не приспособлены вообще, в принципе, к жизни. Не то, чтобы там они вот на проекте сидели, а потом вышли. Есть те, кто вот просто не умеет работать и так далее. Мы квартиру снимаем. Ой, давайте без вот только Димки и Рапингвиновой, потому что там правда с двух сторон. Ну, как бы вы вторую-то сторону не слышали. Просто за многими наблюдаю после проекта. Многие вообще просто жесть, и вы умнички, рад за вас. Спасибо большое, потому что мы люди целеустремленные, и нам у нас есть большие планы, вот так назовем. Как зовут вашего менеджера? У нас их несколько. А почему Ромашова взяли обратно в Дом-2, ему 31 год? Не знаю, ребят. Нас тоже звали, мы не пошли.
сама только рекламу рекламируешь. Ну, вы же видите только мою работу в Инстаграме. Правильно? А вот эти вот блокнотики, вот эти вот, которые просто до отвала забиты разными записями, это и есть. Вот, смотрите, значит, видите? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Мне бы туда нечего было записывать, если бы я не работала, правильно? Чем же ты зарабатываешь, раз не работаешь? Что? А кто сказал, что я не работаю? Так, ребят, короче, я вот, мне кажется, даже зря с вами начала на эту тему разговаривать, потому что есть реально люди, которые, ну, блин, не догнали, что в интернете можно работать. На свое откладываете или ипотеку планируем брать? Откладываем, ипотеку думаем, ну, посмотрим, как будет. Что не так с бровями? Почему сходишь? Ну, во-первых, у меня жуткая форма бровей. Она просто отвратительная. Ну, посмотрите, они как будто, я не знаю, как будто мне лопатой долбанули просто по бровям. Ну, и они были серо-черные. Сейчас, вот видите, вот здесь вот уже почти ушла серединка. Вот это место уйдет, вот это все уйдет. Хвостики разные, хвостики на разной высоте сделали, чтобы вы понимали. Разные по длине. Поэтому я полностью их уберу, и потом нормальные уже, ну, как бы, перманент я делать не буду. Ну, по крайней мере, я не планирую делать перманент. Вдруг мне потом захочется, а вы мне будете говорить, а ты же говорила, не будешь. Может, я потом найду какую-нибудь форму, которая мне безумно понравится. Вообще, мы хотим дом. Но посмотрим, на что будет хватать денег. С чего начать работать? Пожалуйста, быть в прямом эфире ужас. Ну, не смотрите. Форму заранее рисовали. Форму заранее рисовали. Она была красивая. Прям красиво было, реально. Хвостики были на одной высоте. А когда я встала с кушетки и увидела, что у меня на бровях, первый вопрос, который я задала, говорю, а вот это когда уйдет? Потому что вот то, что было вот здесь, вот эти вот серые были черным точки, это было просто отвратительно. Лёша не ругает за набранные килограммы? Нет. Брови слишком низкие, у переносицы делают лицо агрессивным. Да-да-да, так и есть. Я даже вам так скажу. Я свела, ну вот, одна процедура только по сведению была. Уже мягче взгляд стал. У нас комнат 3. Молодцы, дом-то хорошо. Мы в дом ипотеку купили недавно. 3 детей, квартира у нас не рассматривается. Ну да, с 3 детками, конечно. Не хочешь обратно пойти в органы работать? Нет, честно, ребят, не хочу. В органы я не хочу, потому что эта работа очень... Блин, как правильно объяснить? В общем, я когда в Следственном комитете работала, я стала просто железобетонным человеком. Меня было не пробить ничем, но в плане эмоций. Кто-то будет рядом со мной плакать, я просто... Угу, да, хорошо. И мимо прохожу. Ну, потому что мне было безразлично. Понимаете? Я в Следственном комитете ездила каждый день на трупы. Одна из таких ситуаций, которая меня сделала прям железной, железной, вот наглухо, это когда убили девочку молодую, 24 года, а я ее маму допрашивала. Представляете, возле ее трупа я маму допрашивала. Мама рыдает, мама с кровололом, но все естественно. А мне нужно ее допросить. Я ничего не могла, ну как бы, я не должна там сидеть ее как-то, ну вот вы поймите, ну так бывает, там вот это. Я не должна этого делать. Я должна просто сидеть и допрашивать, где ходила, с кем общалась, куда звонила, давайте телефон, открывайте смски, показывайте свои, рассказывайте, с кем это, с кем то, с кем здесь, с кем почему и так далее. И это очень внутренне,
Да, это закаляет. Но это очень сильно убивает вот этот момент сопереживания. Потому что ты должен не сопереживать, ты должен побыстрее свою работу выполнить и выйти из этой квартиры, потому что, ну, тебе самому не очень приятно находиться рядом с трупом, ну, сами понимаете. Поэтому ты быстро делаешь обзор квартиры, опись квартиры полностью с местом, где лежит человек, и быстро делаешь допросы. Да, можно вызвать следственный комитет на допрос, но по первым, ну, первое должно быть обязательно вписано в это. Поэтому блогерство – это веселее, правильно. Блогерство – это веселее. Я могу выражаться максимально, как я этого хочу. А что касается органов, мне достаточно было сложно внутренне. Ну, как правильно объяснить? Мне не было сложно внутренне, но я понимала, что я меняюсь в худшую сторону, я становлюсь железной, холодной, и мне это не нравилось. Поэтому вот так. Ну и работа там 24/7, ребят. Ну то есть как бы в 4 утра к тебе приехала машина и сказала, мы едем. И мы едем. Вот тут белая, у меня появилась какая-то родинка. Мне надо ее удалить. Будете еще сниматься на ТВ? Слушайте, ребяточки, не исключено. Не исключено. Посмотрим, как там кое-что сложится. Че-че-че. Если пошла учиться на данную профессию, ты уже изначально такой человек. Я пошла учиться на юриста в таможенной сфере. Закончила таможенную академию. Я юрист. Да, по уголовным делам, потому что это мне ближе. Мне это интересней, чем гражданское право. А, ну, я на следователя не училась. Следователем может работать человек с юридическим образованием, знающий уголовно-процессуальный кодекс и уголовный кодекс. У меня прям такая же навеки была. Блин, реально? Вот эта штука? Как вы ее убрали? Че без хлеба? Я хлеб не люблю. Ты уже сильно подозрительная. В плане. Очень мило. Приятного аппетита. Яички кушаешь. Да. Блин, ребятки, вы простите, что я с вами в прямом эфире ем. Ну, просто я потом... Все, мне надо выходить. Вот в том-то и прикол. Все, ребят, у меня сейчас зум по работе, так что все. Всех пока. Всех люблю, всех целую. Встретимся с вами в сторис. Через час у меня зум закончится рабочий, и я с вами... выйду на связь в сторис. Все.